Всем привет, дорогие друзья! Сегодня вот решил прокатиться на велосипеде. Вот в данный момент нахожусь на Гайдамаке и поеду на набережную Цесаревича. А там посмотрим. Остановка «Авангард». Что-то решил я сегодня не рисковать. Еду в основном по этому самому, по тротуару.
когда-то вон там через дорогу было кафе мороженое «Дюймовочка». Что-то там корабль какой-то гудит. Аккуратно. Спасибо большое. Котяры. Корабль какой-то гудел. Что-то уже потихоньку осенью пахнет, а? А тут сложно. Тут какие-то постройки, надо слезать. Ой. Камера. Впереди находится Владивостокский цирк. Ну и я подъезжаю к набережной Цесаревича. Слева будет поворот. И безопасная зона для меня, где можно спокойно покататься, не боясь машин. Справа цирк. Ну вот. Съезд к набережной. Ну вот, доехал до набережной Цесаревича. Здесь шумно, идут какие-то работы, видимо. Вот. Что-то решил здесь остановиться. Взял еще одну камеру. Ну, обычную. Иногда будут включения с вот этой камеры. Крупные планы, все такое буду снимать. Ой. Одену очки,
солнечные. Пока солнца нет. Ну так. Мало ли, вдруг какая-нибудь фигня в глаз прилетит. Поедем здесь. Поедем здесь, чтобы въехать с самого начала на набережную Цесаревича. Народу нет. Понедельник. Рабочий день. На велосипеде хорошо. Куда хочешь, туда едешь. А что ж он разгуделся-то? Там, видимо, что-то режут. Шипение идет вон какое-то. Видимо, что-то режут или что, не знаю. Ну и я въезжаю на набережную. Завтрак с видом на бухту Золотой Рог и Золотой Мост. Что может быть лучше?
поеду в сторону Корабельной набережной, а там посмотрим. Еду по тротуарам, стараюсь ехать по тротуарам. Так безопасно. Какой-то телевизор тут стоит непонятный. Для чего? Через два. О, а здесь перекрыто. А, нет, не перекрыто. Что-то здесь, видимо, будет связанное с этой. С этой связью сотовой. Мемориал находится на реконструкции. Стоит забор. Вагончики рабочих. Подводная лодка Корабельная набережная города Владивостока. Что-то здесь все заросло каким-то бурьяном. Там до сих пор стоит техника какая-то с этого, с форума «Армия России 2020». А, это, наверное, уже вывозят всякую технику. Но что-то еще осталось. Какая-то «Катюша» стоит. А, вывозят технику. Какую-то технику вывозят. Сейчас мы посмотрим. Опа. Что? Сюда будет заворачивать. А, наверное, что-то. Отойду я в сторону. Ну что-то, походу, это надолго. Вывозят технику после форума «Армия России», или как он там правильно называется. Я тут встал, жду, может, что-нибудь интересное. Там, вижу, на территории стоят военные машины, готовятся к выезду с территории с территории военной части, я так понимаю. Это растянется надолго. А я, наверное, поеду дальше. Чё ждать?
Блин, погода сегодня, конечно, и не очень располагает. Поеду в обратную сторону, и перейду дорогу и в сторону центральной площади. Там, может быть, поеду на спортивную набережную. Какая-то вон джипы военные стоят, всякая. Еще не вывезли всю технику. Центральная площадь города Владивостока. Что-то намечается, какое-то мероприятие. Стоит какая-то конструкция. Непонятно. Не подскажете, что строят, что будет? Лазерное шоу. А, лазерное шоу, а когда они в курсе? Третьего. Ну, может, перенесут из-за этого. А с чем связано? Что? Ну, лазерное шоу. Дню Победы, Дню Победы, 3 сентября. Понятно, понятно. Спасибо большое. Охранник сказал, намечается лазерное шоу. 3 сентября оно будет. Кинотеатр Уссури в середине где-то кадра.
общем, еду в сторону спортивной набережной. Не знаю, не осталось. Батарейки еще осталось на 4 минуты. Так что сколько успею снять на экшн-камеру, столько успею. Остальные кадры будут на другую камеру сделаны. Фотографы, видеографы ходят тут. Это была центральная площадь города Владивостока. Стоят пожарные машины, говорят, в одном из зданий вроде как счетчик загорелся или что-то с счетчиком случилось, с электросчетчиком.
В общем, экшн-камера у меня села. Снимать дальше уже не имеет смысла, потому что это уже будет не веловлог, а просто прогулка. Поэтому всем спасибо, до новых встреч.